Ой. Да кто там плачет? Жека, ты где? Жека, что произошло? Что с тобой? Жека, не плачь! У меня большие проблемы! Мы стали убийцами, мы убили бедных детей! Жека, что нам надо было делать? Это все ведьма проклятая! Она нас заставила! Чем я могу тебе помочь, чтобы ты не плакал? Жека, пожалуйста, не плачь! Ой, я не знаю, мне кажется, тут только лайки помогут. Лайки? Ну, в принципе, это просто. Вот, ребята, давайте поможем Жеке, давайте поможем, чтобы он больше не плакал, а? Да, поставьте лайк, а то он сейчас прям утонет в своих слезах. Жека, короче, мне надоело. Да хватит плакать, ты же офигеть наплакал так. Жека, спускайся сюда. Все, хватит это терпеть. Жека, короче, нам нужно что-то думать. Вот я предлагаю пойти к ведьме и все выяснить. Мы же выполнили ее задание. Может, наконец она нам даст какое-то зелье? Я не знаю. Мы все равно, мы убийцы. Мне кажется, с детьми все в порядке, они просто там пошутили, типа там, не знаю, пошли, я не знаю, что делать, Жека. А где ведьма-то, ты знаешь? Ну, в смысле, да в том доме, не помнишь, где мы ее нашли? Ну, больше до сих пор, там, давай быстрее, пока не стемнело. Пошли быстро, конченая ведьма. По команде берешься, мы где-то были кинь. А зачем мне давать, если я помню, где, а ты, наверное. Чтоб он сам тебя вез, а не ты его. Да, все нормально. Во, кстати, смотри, вот. Домик, ой, так. Ой. Так, а где ведьма? Так где ведьма? Может, там внутри? Ой, ладно, сейчас заберемся. Оставляем тут и накиньте Анжелку. Давай. Да, давай, пока, Анжела, я не вернусь, помни, помни, я тебя любил. Жека, да не дной, все нормально будет. Вот обид. Смотри, вот она. Ведьма, здрасте, мы выполнили ваше задание, мы убили тех детей. Да, мы поменяли подарки на Тинти. Сделайте нас большими опять, пожалуйста, ведьмушка наша, а? Молодцы, мои ребятишки, мои муравьишки. Но у меня для вас такая маленькая плохая новость, понимаете? У меня лишь всего лишь одно зелье, которое сделает вас большими. Поэтому сами решайте, кто из вас станет большой, а кто останется муравьем навсегда. Ха-ха-ха! Смотри, зелье! Зелье, Жека, мы... Мое! Пока! Так как... Нет, он... Стой! Выкинь его обратно на землю. Почему твое? А может мое? А? А может моё? Ну, я ж старше, чем ты, поэтому моё, не твоё. Ну подожди, ну хорошо, ты станешь большим, а потом же ты меня тоже, да, большим сделаешь? Ну смотри, мы же одно задание выполнили, она нам дала одно зелье. Выполним еще одно, ну, надеюсь, не детей будем убивать. Она еще нам одно даст, и мы станем опять нормальными. И все просто, Жека. Ну ладно, на. Давай, ты наконец станешь нормальным, я скоро стану нормальным. Давай. Ладно. Давай, Эдичка, пей! Давай! Ну! Да пью! Давай! О, смотри! Извини, Жека! И чё это такое? Она нас опять обманула! Я не хочу быть таким большим, да сделайте меня нормальным, пожалуйста, Жека, что нам делать? Я не знаю, Эдичка, я теперь тебя даже Эдичкой не могу называть, я тебя буду называть теперь Эдуард! Эдуард, да, большущий. Боже мой, Эдуард. Жека, мне это надоело, если честно, нам 100% уже нужно завалить эту ведьму. Что это за шутки такие, уже 35-й раз одно и то же повторяется раз за разом. Ты меня подожди, я белки! Короче, предлагаю, ты видел, куда она убежала? Жека, я не знаю, вроде туда направо куда-то убежала. Давай за ней. А мне-то что делать? Я же маленький. В смысле, иди сюда. Я тебя в руку взял. Прикол. Потопали. Сейчас бы Анжелку не затоптать. Проходи. Я где-то непонятно где, Эдичка, осторожней, не так все сильно мне это. Да, я аккуратно. Так, портал. Я тебя положу на землю, вот. Ой, фига себе, ты меня положил, я чуть нос не сломал. Так, Жека, смотри, она, наверное, сюда пошла. Это портал опять какой-то? Видимо, да. Идем. Прыгаем? Ты понимаешь, что все, это конец. Или мы ее убиваем, или она сейчас нас завалит. Все. Ну, да мы ее с ней справимся, ты же рыбку большую, она-то маленькая. А, ну да, в принципе, да. Ну что, ты готов? Давай. Раз. Два.
Три! Три! Где это мы, Эричка? Офигеть, смотри на этот замок огроменный. Офигеть, это замок ведьмы. Ты где, Жека, ты где? Давай, я... Я вот он, я. Иди сюда, мелкий. Ой, я... Только не раздави меня, пожалуйста, я очень боюсь, аккуратно. Все нормально там? Ты в руке? Ну, да, я вроде в руке, я в руке. Какой мелкий. Так. Побежали, а где? Почему побежали? Подожди, если тут... А тут же ведьма должна быть, да? Да, мы сейчас найдем и убьем побыстроляну. Жека, смотри, кто там, Там какие-то охранники, вижу охранников, да. А ну кинь меня куда-нибудь. В смысле кинуть? Куда тебя кинуть? В космос себе запустить? Ты что, дурак? Нет, какой-нибудь повыше, а то ничего не видно, повыше, кинь меня. Ну да, мне нужно, наверное, кинуть. Ну что, охранники, так, залезай сюда, я разберусь. Подожди, кинь меня, я не хочу к ним идти, кинь меня. Да, я разберусь. Опа! Ну не на пол же меня кидать, да? Да иди сюда, Джо, ты такой... Да где ты? Боже, обращается со мной так, Такой Джек, предупреждай меня. Серьезно, все серьезно. Подожди, я открываю огонь. Офигеть, у меня меч, конечно, очень большой, смотри на мою руку. Зубочистка. Открывай огонь! Давай, вперед, Джека! Не могу! Ой-ой-ой! Смотри, куда я... Давай, Жека! Ленечка! Открывай огонь! На тебя, на голову! Стреляю! Я лечу, я тебя стреляю! Где они? Вот они возле тебя, слепожары! Я падаю! Чуть не умер! Я чё-то... Жека, они какие-то слишком сильные. Обстреливаю! На меня бегут! Спасите, родники! Да где я... Давай! Я их обстреливаю! Так, обычное оружие не помогает, значит нужно... Пистолет! Какой? Давай, да! Давай, стреляй по ним! Я к тебе, Эдичка! Я к тебе, я падаю! О, одного убил, Жека! Так, я падаю, я фигачу! Жека, бери меня, да, бери меня. Обратно, потопали! Пойдем. Ты видишь, какой я сильный! Да, мощный, я приступил. Смотри, Жека, это ведьма? Не, это ее помощник. Закинь повыше, я боюсь, нет, я не хочу. Смотри, Жека, их тут трое, куда тебя закинуть? Закинь меня куда-нибудь, пожалуйста, кинь меня. Да! Это же тебе! Я думал, я смогу добросить тебя туда. Так, Жека, давай, попытка номер два, давай, кидай меня. Опа! Так, приземляйся нормально. Все? Так. Лечу. Давай, нужно убивать этих. Все. Все, давай, я атакую. Ты беги. Кого? Давай вот этого самого главного. Давай. Давай, я бью его. Я бью, по нему стреляю. Охренеть, смотри. Нифига, он жесткий. Че это за пулеметчик нафиг? Так, я лечу к тебе. Иди сюда, не подпускает даже к себе, где он? Попадаю! Так, стреляю! Жека, что там? О, убил! Да. А, ну не входишь по мне-то! Да я случайно, ты же видишь! Так, где он? Вот он, стреляю по него! Давай, вали, толстяков! Стреляем! На тебе! А тут-то еще жив сзади! Вот еще жив! Не-не-не, Жека, давай убегай отсюда, мне кажется, ведьма их зачаровала, они бессмертные! Ладно! Иди сюда, иди туда! Я у тебя сейчас заберет! Все! Бессмертный нафиг, толстой скелет! А где ведьма-то сама? Я не знаю. А ну смотри, Жека, туда наверх. Видишь, там какой-то символ наверху. На самом-самом верху. Да, давай туда, вперед. Ты уверен? Да, давай, если что, я полечу вниз. А, так, да, полетишь. Прыгай! Так, а как... Ты же Халк. Халк? Да, думаешь... давай. Я не допрыгну! Не кричи! Меня так не пугай! Все же будет нормально. А как мне туда вообще запрыгнуть? Я не знаю! У меня все шатается, меня сейчас тошнит! Держись, Жека! Держись! Так, о, смотри, офигеть. Я не могу никого смотреть, меня шатает, как не знаю.
Просто эпилепчика какого-то. Жека, Жека, не боись, все будет нормально. Халк. Да, не на рубашку, куда ты блюешь? Тебе на руку, на палец. Так, чё, ой, фу. Слушай, Эдишки, мне кажется, там ничего нету. Давай. Вот вангую, там ничего нету, просто. А куда нам тогда бежать? Ну попробуй вниз, мне кажется, там где-нибудь дальше пройти, по-любому она будет. Подожди, Жека, подожди, а тебе что не нравится, как я прыгаю высоко? Меня ж высоко. Дождит уже, я не могу. Ну ладно, 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 ой, ладно. Ой, ты. Я упал. Где ты? Жека, вот, я... Тихо. Сейчас я тебя заберу. Ты сейчас раздавишь? Все, побежали. Да не шатай ты меня, дай с тобой поговорить. Так, а ну ты великан, говнюк. Что тебе надо, мелкий? Меня сейчас тошнит, вот что я хочу тебе сказать. Что тебе надо, мелкий, а? Ты вообще руки свои моешь, у тебя воняют. Нормально, все, не возмущайся, пошли. Ой, боже, сейчас тошнит. Ну что ты хотел, хочешь сам прыгать? И вот, на, ладно, на, бегай сам. Куда меня? Ага, ладно. Не хочешь? Да я могу на один блок запрыгнуть. Ой, так. Так, давай, вперёд, давай, Жека, кажется, большой прыжок. Ты готов? Да, большой ладно. Прыжок, большая прыжок. Опа! О боже, тошнит-то как! Побежали. Может, тебя швырнуть куда-то? Там разведаешь давай, обстановку. Ты уверен? Кинь меня! Так, ладно, кидаю. Пиу! В космос! Я полетел, мне нормально. Да. Хотя бы меня не тошнит. Да не, подожди меня. Да чё ты так? Иди сюда, мелкий. Я уже устал, я с тобой больше никуда не отправлюсь. Так, ладно, давай еще один раз себя запущу и посмотришь, что там, хорошо? Давай. Хорошо, давай. Пиш! В космос! Офигеть! Я тоже так хочу, ты меня не можешь вернуть немного? Жека, смотри. Там еще охранники. Ой, аккуратней! Иди сюда, вот. Вижу коров. Смотри туда вперед. А, вижу. Смотри, они там охраняют кого-то так. Я может... по ним стреляю. Ты дурак! По тебе сейчас. Послучайно. Дай тебя куда-то заброшу. Вот, я спуляю по ним. Да ты не шатай меня, я стрелок! Да так я говорю, да я тебя. Иди сюда. Мне кажется, попал по ним. Боже! Тихо. Так, давай, Эдичка, нападай на них, я по нему веду огонь. На тебе, паскуда, на, конченые охранники, на тебе, давай, Жека, вали его, еще один. Я стреляю, они, кажется, бессмертные, что с ними делать-то? Так, короче, Эдичка, перепрыгивай, а я перелечу. Ладно, смотри, ведьма, Жека! Я вижу ведьму, все, я пошел, я начищу морду. Так, ты бы так не радовался, потому что тут ведьма. Ох, не знаю. Может, не погорим просто? Не, давай ее сразу кокнем, она меня бесит. Думаешь? Ну ладно, Жека, давай, ты первый в атаку! Что это за пулеметчик? Жека, ты где? Жека, бей! Я буду сзади стоять, просто ты ее бей там. Ой. Какие за... Где ты, Жека? Я сейчас ее убью, я ее уничтожу. А ну получи... Помоги, Эдичка! Иди сюда, где ты? Она пока стреляет, Эдичка! На тебе, на ведьма! Проклятая! Жека, офигеть, пулеметчица просто! Я пошел ее бить! Бью в рукопашку! На, то хоро стрелять! Запульни меня прям к ней в морду, я ее уничтожу. На, давай. где ты? Я под тобой, ну давай. Иди сюда. Полетел! Нет, только не помог, я только не подходил. Да чё ж ты такой-то слабый, Жека? Так, Жека, нужно что-то предпринимать. Да ну не толчи меня, давай. Тихо, давай. В морду. План. Давай, я зубочистка, ей в глаз, окей? Давай, ты готов? Да, готов. Давай. Раз. Пуляй. Два. Три. Полетел! Нифига себе. Вот ты прямо Рэмбо, нафиг. На тебе. Нет. Эдичка меня убьет, кажется. Мне кажется, сейчас ей уже хана будет. Убили, Жека. Убили. Какое-то зелье выпало. Зелье. Ага. Так. Вижу зелье. Так. Ага. Зелье уменьшения. Дай мне, значит. Подожди, а где зелье увеличения? Меня опять обманули? Да где это зелье-то? Ой, я, конечно, нашел, Эдичка! Где оно?
О. Оно там было в лесу. Это, вот, это, вот. Это у тебя это уменьшение зелья? Это проверь, я не знаю. Да поднимись, Жека, как-то я слишком большой, не могу даже поднять зелье. Может, тебе в рот залить? Ой, я не знаю, давай попробуй, давай, давай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, мелкий. Давай, 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 иди сюда. Давай. Так, да, и... стой ты, стой, и... так, заливаю, заливаю, заливаю! Да не надо, не надо, куда ты мне в ноги заливаешь, ты что, дурак? Сейчас. Смотри, иди на дерево, иди на дерево. Ага. Вот, вот сейчас будешь заливать. Так. Так. Давай, заливай. Все, лью. Давай. Ага, лью. Вот, давай, все, давай, все, давай, смотри, давай. Смотри. Работает. Разработал эти вещи. Жека, я боюсь на себя смотреть, я нормальный или нет? Так, ну, подожди, вроде бы, так, писька есть, ну, норм, мне кажется, все нормально. То есть небольшой, не маленький, нормальный. Я не знаю, меня отсюда плохо видно. Так, давай, пей ты, давай. Так. Ага. И... О! Так, по-моему, я... Да, все. Офигеть, Джека, мы нормальные. Мы нормальные, ура, мы не болели. Офигеть. Сколько мы к этому шли? Подожди, а что это за портал такой? Мне кажется, обратно в наш мир. Видишь, вошли тогда. Жека, мне прям не верится. Может, мы тут останемся жить, и вот это все царство, королевство будет тут наше? Страшно, там еще до сих пор охранники стоят. Ну, пошли быстрее. Давай. Раз, два, три. Ой, нет, ты у меня зелень. Жека, мы вернулись. Капец. Фишка, ты понимаешь? Все это время, все эти два сезона выживания, и мы стали наконец-то нормальными. Ты просто вспомни, мы Деда Мороза убили, мы бедных детей убили, два сезона, ну мы Игоря даже убили раза четыре где-то. Игоря убили, понимаете, друга убили. Это просто жесть. Ну наконец-то. Штаны надоели мне, эти штаны, все нормально уже. Ой, капут. Жека, мне даже не верится. А где Анжелка, где Иннокентий? А, фиг с ними, мне они больше не нужны, я по маме соскучился. Ну, в принципе, да. Слушай, ты помнишь, где наш город? Мы же где-то сейчас на Северном полюсе. Упс. Ой,